5 марта на базе школы номер 6 имени Омарова города Каспийска состоялась федеральная апробация по биологии в форме ЕГЭ для учеников 11 класса образовательных учреждений муниципалитета. Руководитель ППЕ 482 города Каспийска Хайрулла Мурзаев рассказал о целях проведения данного экзамена. Наша цель сегодня заключается из нескольких этапов. Первое – это обучение новых организаторов процедуре проведения организации проведения экзамена ГИА основного периода и дополнительного периода, а также есть возможность для детей принять участие, проверить свои знания. И вторым экзаменом уже на основном периоде улучшить свои результаты. Организаторы экзамена постарались максимально точно ознакомить детей с реальными условиями проведения единых государственных экзаменов. Школьникам рассказали о главных правилах его проведения и ознакомили с информацией по оформлению бланков работы. Сегодня проходит экзамен с выдачей результатов ориентировочно где-то в течение 10 дней. Дети, все участники экзамена сегодня получат свои результаты. Количество участников сегодня где-то около 180 человек. Отметим, что результаты пробного экзамена никак не влияют на общую успеваемость ребенка, а являются исключительно проверочным для самих детей.